Мы нашли поворот не туда. Мы как будто бы по песчаным дюнам скачем. Очень страшно встретить кого-нибудь здесь. Меня жрут просто стаей! Привет, друзья! Очень рада видеть вас на нашем канале. И в этом видео нам предстоит необычная прогулка, а мы поедем вместе с Юлей для того, чтобы поискать новые маршруты, новые дороги. Так что несите чаечек и желаю вам приятного просмотра. Пока что мы вот такие грязнюшки. Тут у Мира нас тоже поднимущие. Я могу тебе не помахать. Все, мы собрались. Мы выехали. Нам на пути встретилось упавшее дерево. Для кумира это казалось страшным. Ух ты! Тише! Не говори. Пса в одной рукой держу. Сава вот, блин, боится чисто из-за кумы. Все, вперед, Савел. Вперед, 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 вперед. Да, хорошо. Да не, ей нормально вроде. Сава вообще нормально. Тихо, стань. Стань. Так нюхает такой. Какой-то огромный. О, блин, не, если он добрый, это хорошо. Главное, чтобы он не кусался. Все, он там завис на кусту. Да нет, он опять тут. Нет, не надо смотреть на меня, пожалуйста, не надо. Я прям боюсь, он, знаешь, такой летит, летит и цапнет. Да опять ты тут, да что ж ты будешь делать? Точно, да? Очень красиво. Нет, чему? Тут так сказочно, сказки. А, то, что заброшка, точно. Там дальше дом, темный лес, старый. Все зависит от восприятия. Я просто за очки смотрю, все темно. А, темный. Это какой-то сарай? Ну, я говорю, тут старый дом, где вот такой. Там такие подпорки у дома. Жесткие. Поехали. Сава очень хочет зато. Но он под конец хорошо расширился.
Вот съезд с поля, с которого мы начнем наше изучение новых мест, точнее поиск. Там я слышу какой-то гудёж машины. Да, вот видишь, большой. Блин. Не видно. Я буду следить. Да. Нагнетается атмосфера. Да блин, у тебя что-то все на фильмы ужасов сегодня. Такой мостик милый. О, вообще участочки такие, прям на южные похожи. Сейчас бы тут пятерка бы была. Пятерочка? Там просто по СПП можно оплатить. Ага. Класс. Слушай, смотри, тут так миленько вообще. Водичка на водичке. Давай, тут улочки такие обычные. Там вдалеке светлое, это огромное поле. Но оно засеянное, я так понимаю. А? Оно засеянное, я так понимаю. Да, главное, чтобы не мягко. Да. Здесь нашли дорожку, подход. О, так прям к нему, офигеть. Я издалека подумала, вообще озеро какое-то, что ли. Ну, так выглядит, вай. Она ничего не скажет, что мы тут бегаем? Ну, могут сказать. Ну, пока не скажут, можно побегать. Логично. Ну слушай, там прям тучка такая вдалеке. Да. Мы просто уже 4 раза услышали гром, поэтому вполне возможно, что эта туча до нас может добраться, и мы попадем под дождь. Блин, я обожаю пейзажи, когда поле и темная туча. Это всегда так очень круто выглядит. Да. Темный. Я вышла, уже дождь начинался, никто не свечку сделал. Блин, самая лучшая фотография. Класс. Хорошо. Плотненькая вроде такая. Ну, грунт, в смысле, такой. Так, ну, да. Давайте. Сава, можно ровно ехать? Да, спасибо. Да вообще, он у тебя такой сейчас, А вот Сава что-то так жопка под это, подразгоняется чутка. Нет, показалось. Надо быть потом, чтобы ты тоже поснимала. Да. Ты кумира подгоняешь, а подгоняется Савела. Такой остров, блин, реально мы как будто бы по озеру скачем, а это остров. Сам, сам. Мы как будто бы по песчаным дюнам скачем. Очень похоже, тебе надо араба, короче. Это как в этих инстаграмных видосах. Вот, собственно, мы нашли дорогу вдоль лэпки. Так, глубоко как. Молодец, Савочка. Теперь мне страшно. Это обычная лужа.
Если вы провалитесь, мы спасемся. Так, мы тут ищем дорогу. Должна поворачивать налево. Да, мы нашли поворот не туда. На самом деле, мы должны были в другой поворот заехать, но он заброшен. А тут какая-то неизвестная тропинка, очень подозрительная. Я придерживаюсь версии карты. Кто? Маленький какой-то след. А, да. Обычный. А, это олень или косуля? Да, да, да. Да, вот тут вот надо проходить. Вон там они? Мне кажется, тут по, ну, повыше. Поудобнее забраться. Напрыгнет. Кумир, точно так же, пожалуйста. Молодец. Она просто наступила на меня. Этот лесной коридор никак не кончается. Я уже немножко начинаю напрягаться, честно говоря. Потому что мы очень глубоко уже в лесу. Тут еще прям такая чаще. Очень страшно встретить кого-нибудь здесь. Тут надо как-то обойти, что ли? Давай за кумиром, Савел, я же тебе доверяю. У нас какая прекрасная елочка на гриле. Опа, а пошли. Какой-то столбик бетонный. Мы повернули и, по сути, должны быть уже около поля где-то. Но на горизонте его пока не видно. А нет, тут как будто бы какой-то просвет, Юль. Какие-то птицы красивые. О, молния! Интересно, она снялась. Ну тут красиво, конечно. Сюра посмотрела в карту и сказала, что в той стороне есть какая-то деревня. И пока что мы двигаемся к ней. Но дождь уже капает. Вон там просвет красивый очень. Там впереди деревня. И уже слышно шум трассы. Просто дождь начинается. И он либо превратится в ливень, либо вот как сейчас, просто покапает.
В ливень, конечно, не хотелось бы попадать, потому что мы раздеты совсем, стало прохладно. Да, там уже просвет, то есть лес уже заканчивается. Мы куда-то выйдем скоро очень. Очень красивые места, очень сильно. Еще я очень надеюсь, что мне хватит зарядки аккумулятора камеры. Если вдруг не хватит, я обещаю все пересказать. И в следующий раз сюда вернуться уже более подготовленными. Пишите в комментарии, возвращаться нам сюда или нет. Делать ли большой влог с этих мест. У нас привал. Прям верхом. Вроде как мы свернули на дорогу, которая должна привести нас к дому. Как сказала Юля, если она есть. То мы пока что кушаем. Тут прям очень хорошая дорога. Да, согласна, прям машинная такая, прокатанная. Ну что, господа, мои поздравления с начавшимся дождем. Если видно. Надеюсь, что видно. Ну что, по моим штанам видно? В плане! Блин! Ага! Юля говорит, что там опасненько, потому что проходит какой-то ручей. И возможно, что мы в него упремся. Мы доехали до деревни. Это очень хорошие новости. Какие красивые участочки вообще. Очень ухоженные такие. Нам прямо, да? В общем, мы выехали в поле. И тут ливень. Так красиво выглядит дождь. Так мокро. Ну давай. Дорога! Да, встала правильно. Малышка. Сейчас прямо над нами была огромная толстая молния. И такой гром разразился, что Савёла аж присела. Ужас какой! Волночка. Да. Ай. Сава, ну что застряли-то тут? Как все? Ух, капец, тут жрут. Оно может быть жидкое, да. Вода вон там, ну как будто бы лужа, я не знаю. Здесь мы все-таки прошли дальше и вышли к ручью, берега которого оказались очень вязкими. Мы с Савёлой пошли первыми, ее начало сильно засасывать, но в итоге она справилась, и мы с ней выбрались. Ну и последствия смотрите сами. Мы с Савёлой!
провалились. У меня тут шматок говна. У меня вся спина. У совёлы, наверное, жопа. Как кумир тут так пройдет? Юля еще такая говорит, давайте вы первые пойдете. Как самые смелые, да? Комары кусючие, ужас. Сава, стоим, ждем. Да. Тут просто рой, Юля. Алло, у нее там. Она там по телефону разговаривает. Вы смотрите на нее. Меня жрут просто стаей. Давай. Не утонете, давайте. А вот дальше? Да, дальше трэш вообще. У нас вся спина, я говорю, в говнище. Да, конечно, а как же? Хамуха. Блин, как страшно. Это да, я знаю. Давайте. Ну слушай, о, на колени стал маленький. У вас как-то мягче, мне кажется. Нет, вот так. Он весь тоже. Все, побежали отсюда нахер. Давайте. Все, мы выбрались, это прекрасно. А дальше нам что, куда? Нам еще предстоит пройти ручеек. Главное, чтоб не такой же. Просто вон. У меня, единственное, память заканчивается проблем. Правильно едем, а вот сейчас нас впереди ждет только этот ручей. Ручей? Мы его пройдем, мы живы. И будем живы, ну надеюсь. Увидимся на ручье. Перед нами последнее препятствие, тот же ручей, только с другой стороны, а тут все похуже. Тут враг большой. А здесь еще комары очень дикие. Они нас жрут заживо просто. Они летают и сразу впиваются. Они даже не думают, страшно, не страшно. Че там, есть спуск? Ну, типа да. А вот тут вот смотрите. Ну, там как-то глубоко. А потом просто куда, вот вопрос. Там главное дальше не утонуть, вот что. А что там? Я не знаю, вдруг там жижа. Да. Да? Да. Сава, давай. Да, нет, девочка. Давайте охлыстнем. Сава, а нам как по-твоему домой-то, а? Слушай, мне Юль, херня будет. Тут чья-то нора еще. Да, давай тут, девочка, маленькая. Все, да бля. Давай. Ты как, нормально? Юля, короче, слезла с коня, перебежала речку, и теперь надо как-то утащить туда кумира. Жрут просто страшно. Мы просто уже отчаялись, потому что мы тут уже полчаса, наверное. Все это время рой комаров вокруг нас летает. Кони вообще в отказ, они не хотят переходить ручей. Нам нужно, чтобы попасть домой. Ну чё? Я думаю, просочиться можно. Ты прям амазонка. Стой, пока не ходи, Теперь. Идем сюда вот, нет, кума, нет, кумира. Мы искусанные нахрен просто. Мы тут торчали минут 30, наверное. Минут 30 тут торчали, короче, и кони ни в какую уже под конец совсем перестали идти на контакт, поэтому мы решили, что мы сейчас вернемся. Нет, по-моему, вот там. Уже подниматься страшно, да? Сава умничка. И мы пошли искать другой переход через ручей, и мы его нашли, и, наконец, нам удалось его преодолеть. Сава! Сава! Да! Ай, что? Ай, правда? Ай, слушай, давай, давай. Супер!
Мы с Савой перешли. Да! Да, господи, мы перебрались. Да, чаще, реально. Но это не так сложно, мне кажется, как вот этот ручей. Тут вон. Но если бы мы сразу здесь пошли, мы бы прошли сразу, наверное. Да, они бы не замыкали. Да, да. Жесть. Тут еще, ну, дождь как бы не утихает, он больше даже усиливается. Короче, все, мы прошли. Стало только пройти по лесу, и там будет поле, и мы дома. Ну, почти. Да, да, да. Пойдем с тобой. Стоп, да. Поехали с тобой. Смотри, какая это. О, это уже болото. Слушай, тропинка, да? Да, тропинка. И там видела, потом такие были. Слушай. Всем проходили водичку. Да. Кто-то ходит с тропинки, значит. Ну, давно, может, когда-то ходили. Ой, я замерзла. Да, я тоже начала промерзать. Конечно, блин. Красная, да. Мне сожрали морду вообще просто как ужасно сильно, короче. Оля. Я говорю, поворот не туда. Да, мы приехали на кладбище. Поехали? Поехали. Блин, уже смеркается. Мы в попыхах преодолели половину расстояния до дома, и начался очень сильный ливень. Руки разводи. Давай. Да. И поехали. Мы уже около дома, около озера. У меня сейчас вырубится просто камера. Да, у меня сел аккумулятор камеры, и дальше будет съемка с Юлиного телефона. Скажу лишь то, что мы были полностью промокшие. Особенно холодно было ехать галопом в поле, потому что очень сильно опустилась температура воздуха. Был дождь, как мы уже поняли. У нас была полностью мокрая одежда, она к нам прилипала, продувалась холодным ветром. В общем, было очень неприятно, но самое главное, что мы до самого конца сохраняли позитив. Мы едим манго в ливень. До трусов мокрый. А, офигеть. Мы еще идем так спокойно. У меня уже руки все дрожат. Мы жирнулись. Мы живые. Выжили. Да, мы живые, я тоже самое говорю. Все. Олежа приготовил прекрасный супчик. Олежа. Да, я вас очень ждал. И жалко, что я не был с вами. Ужас. Это просто кошмар было. В общем, очень холодно. А в целом все хорошо. Мы все. Это мы, знаешь, дома. Да, мы дома. Это было очень крутое приключение. Мы таки вернулись, отжали от воды свою одежду, высушились, покушали и окончательно выдохнули. Спасибо, что были с нами и что досмотрели это видео до конца. Не забывайте про подписку и про лайки. И самое главное, не забывайте про комментарии. Мне очень важно ваше мнение по поводу этого видео. И очень интересно знать, что бы еще вы хотели видеть на нашем канале относительно комнатной тематики. Всех очень-очень-очень сильно люблю. Скоро увидимся.